Территориальные избирательные комиссии на предстоящих выборах депутатов пополнят молодые кадры. Сейчас юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет проходят специальное обучение в школе молодого члена избиркома. Формирование списков, проведение выборов, подсчет голосов, обработка комплексов, обработки избирательных бюллетеней – всю деятельность с практической точки зрения предстоит изучить за 5 занятий. Желающих с каждым днем становится больше, в основном это студенты. Напомню, избирательная кампания начнется 25 июня, а выборы депутатов пройдут в единый день голосования 13 сентября. Мы рассказываем в целом о статусе участковой избирательной комиссии, статусе членов участковых избирательных комиссий, системе избирательных комиссий. Даем понимание работы со списками избирателей. Затем занятие вот также будет посвящено порядку подведения итогов голосования, подсчету голосов на избирательном участке.